Многострадальная Мазда. И зеркало. Ну, дедушки. Короче, зацепил сосед тут. Соседа. Слегка. Попробуем сейчас отполировать. Ну, тут вмятинка вот она есть. Возможно, что удастся заполировать и отремонтировать. Ну, сейчас посмотрим, что из этой затеи получится. Выкупались. Сейчас будем пытаться полировать. Насколько это получится. Опа, вот ветер сегодня у нас. День города, казалось бы, да? И погода такая ветреная. Но обещали вообще дождь. Дождя пока нету. Вот такая красота. Самой большой проблемой с царапиной на зеркале справились. Теперь хозяин уже более-менее подуспокоился. Это на эмоциях. Вот, все постерлось. Единственное, вот здесь вот такая вот небольшая вмятинка есть. Сейчас под лампой посмотрим, что можно тут сделать. Вот с зеркалом, как я уже говорил, разобрались. С крылом тоже все это, ну, не так прям легко, но красочка эта постиралась. Вот, а вмятинку надо попытаться сделать. Вот наша крылышко. И вот такой блячок. Это последствия прикосновения другой машины. Сейчас надо померить покрытие, крашеное, не крашеное. Если все нормально, начать с клея. Там он складочка в верхней части получилась небольшая. Берем умный прибор, меряем, вот что получается, 0,10, меряем здесь 0,23, вот вывод ясен, крылышко красили или подкрашивали, ну, в общем, это уже не важно. Особо тут клеем не позанимаешься теперь. Придется крючочками. Но для начала, конечно, я немножко тут позанимаюсь клеевой. Потому что оно так тут вроде как мягенькое. Возле ребра хотя бы чуть разогнуть вот эту складочку. А потом буду уже доделывать крючочками. Вот такой вот план. Немножечко аккуратно можно и подергаться, но именно аккуратно. В данном случае выворачивать нельзя, потому что может треснуть лак. Я-то немножко так аккуратно пообработал, но тем не менее смысл в данном случае накосячить и вырвать краску никакого нет. Чуть-чуть немножко подразогнуть складку. Смысл есть прямой. Вот она, складочка у нас есть, полоса. Ее чуть-чуть можно подразогнуть, а потом уже заниматься крючками. Вот уже потихонечку, потихонечку. Здесь, конечно, залом. Вот он есть.
На ребре, но он особо в глаза не бросается. Вот, его можно крючком. А тут пока что клеевой получается. Плохо то, что она вот поделилась тут на две части. Маленькая и большая. Ну ничего. Будем работать. В общем, особо тут снимать, как говорится, нечего. Ничего интересного тут нет. Обыкновенная работа. На финише, я думаю, сниму. Вот она наша полоска. Вот она видна. Скорее всего, крылом задето было. Ну, тут, как говорится, повезло мне один раз. Вот как раз есть доступ для крючка. Так что представляется мне возможность все это поправить. Ну, как мы видим, даже вот. Вот одна полоска, вот вторая. Вот, ну и тут чуть бугром крыло пошло, хотя оно таким овалом идет. Так что, в принципе, ремонт этого места чисто вопрос времени.